Если у меня было какое-то, вот что в себе исправить? Одну вещь. Вот вспышки гнева. Не могу прямо ничего с собой сделать. То есть я бываю очень. И потом я думаю, господи, вот что это? Вот эта истеричная женщина, как бы какое она ко мне имеет отношение? Ты еще садишься в машине и видишь вчерашнее там пятно, которое там водитель не убрал, хотя у него там всегда есть деньги, чтобы машина была в порядке. Вот в этот момент... И сразу легче. И такой отходняк, это как доза. Чувство вины. Ты говно, но тебе, в принципе, хорошо. Зубы сжимая, с поклоном халуя, зная опасность больших передряг, давит рабочий по зову буржуя точно таких же в дороге трудяг. Мертвые люди, разбитые судьбы. Слушка, не думай, вези да газуй. Он ведь в ответе за это не будет. Деньги заплатит и чистый буржуй. Сменит машину, водителя сменит, выбросит гольф полицаеву пасть. Кто же твою, работяга, оценит рабского рвения к ним ипостась? Гневом рабочего, силой мужчины, ярости сжав выжигающий сон, выбрось буржуя из этой машины, если буржуй нарушает закон. Ты можешь ехать хоть 300 км в час, тебя сфотографируют и просто скажут, превышение более чем 60 км в час, 5000 рублей штраф. Ну окей, отдаешь 5000 рублей и едешь дальше. У людей машины, которые полный бак заправить, стоит дороже, чем этот штраф.